Иногда хочется как-то разнообразить десерт. И вот есть такой быстрый бисквит за одну минуту. Готовим сегодня быстрый бисквит. Наш быстрый пирог с нутеллой. Мы будем готовить, начинка, понятно, нутелла. Возьмем 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, подсолим, мука, стакан. Посмотрим, чтобы такое было густоватое тесто. Может быть больше, может быть меньше, будем смотреть по тесту. Традиционно работаем с яйцами, как обычно. Яйца помыли. Сначала разбиваем в отдельную пиалку. Да? Проверяем, чтобы хорошее было яйцо. Вот яичко хорошее, сюда его раз. Точно так же со вторым яйцом. Все, хорошие яйца, не тухлые. Сейчас будем взбивать. Тесто всегда любит соль, поэтому добавляем щепотку соли. Взбиваем яйца, а потом добавим сахар. Добавляем сахар. Постепенно добавляем муку. Ну, вся мука мне не потребовалась, ушло где-то полстаканчика, это 3 столовые ложки. Вот такая консистенция мне подходит. Готовить будем на сливочном масле. Так, половина теста выкладываем на нашу сковородку. Добавляем нутеллу. И закрываем оставшимся тестом. Переворачиваем. Вот буквально пару минут наш пирожок остыл. Мы его разрезали. И сейчас будем кушать.